Всем привет, ребята! Мы с Гергерычем сегодня поехали покататься на вездеходе и попробовать половить рыбу. Какую рыбу мы будем ловить? Щуку попробуем, половим на спине. Мы купили поппер, хорватское яйцо, и хотим его попробовать. Вдруг нам что-нибудь клюнет. Так, ребята, мы подплыли к дому бобра. Вот здесь живет бобр. Видите? Вон там у него хатка. Сейчас мы к нему подплывем, посмотрим, может, он выйдет. Говорит, привет, что вам надо тут? Не ожидал, что у нас живут бобры. Да, вот тут живет бобер один. А может, целая семья. Куча бобров. Представляешь? Они снизу проходят. Да, они под водой ныряют и потом наверх туда выходят. Там у них сухо и хорошо. Тепло. Да? Угу. У них микродомик. Да, такой у них микродом. Домина. Бобровый. Ничего себе, шерсть до сих пор идет. Нас течением несет, течение туда течет. Видишь, мы вместе со всеми веточками плывем. Угу. Течение быстрое, видишь, какое? Оп, зацепились колесом. Это что? Одно. Ну что, так, рассматриваем дом бобра. Вот тут, ребята, живет бобр. Такой у него дом. Он под водой заныривает в этот дом, в норку. Выходит, 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 раз, и наверху у него там гнездо. И никто к нему тогда пробраться не может. И поймать его и съесть. О! Смотри, там непонятно что. Это непонятно тоже... что это самое интересное. Ой, это пакет. Да, пакет. Нет. Красный. Розовый. Розовый. Я подплывем. А? К чему? К мусору там. Потому что мусор всегда надо убирать. Особенно на воде, даже сырой. Понял? Мусор! Ну, конечно, да? Стой. Ой, на ней паук. Дай, 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 дай. А? Вот такой, ребята, мусор нашли мы, который надо убирать. Мусор на воде оставлять нельзя. Давай туда закинем, чтобы не упало. Да, я сейчас на крышу закину. Одно доброе дело сделали. Поехали дальше. Thank you.
хочешь приехать, ну ты путешественник, Гера. Путешествие же это долго ехать надо. Герыч уже хочет приехать сюда. Уже устал. Че это они у тебя разболелись-то? О, я помню, мы здесь были. Да, мы здесь были с тобой. Живиком. О, как красиво. Они здесь топор тебе подарили. Да. С остальными бивнями мы здесь были, да? Здесь еще осы летали. Осы летали еще? Может быть. Здесь красиво, да? Поснимать новой камерой дам. Ну иди сюда. Так, сейчас у нас будет Герыч репортер. Пойдет научные исследования делать, да? Угу. Все. Вот так держи. Угу. Одной рукой держи. Так. И все, иди. Вот сюда видно, что ты снимаешь. Дай. Здесь у нас две дорожки. Какие-то штучки, мне непонятно что. Упала. Так, даже не две дорожки, а одна. О, обрыв. Там падение. Дерево упало, прям все падает здесь. И там пойдем. Пойдемте посмотрим. Вижу там пень какой-то. Дерево какое-то упало. Там еще дорожка. Пойду вниз. Сейчас буду мусор убирать. Иду! Вот у нас там же. Я? Ну там, не знаю что. Там не было. Не
здесь нету ничего интересного. Ничего интересного не будет. Там только деревья. Пойдем, дерев... я найду что-нибудь интересное. Интересное, сынок, здесь везде. Посмотри, какое дупло у дерева. Видишь? Видишь, какое дупло? Угу. Это у дерева рана. А дерево залечивает свою рану смолой. Видишь? Угу. Смолу выпускает. И оно так лечится. Вот видишь, тоже рана. Там могут быть жуки какие-нибудь жить. А кто жуков из деревьев достает? Дядя. Дядя, правильно. О! Уже! Уже жук. Ну-ка, давай его покажем. Это божья коровка. А, божья коровка, да. Еще у меня какая-то желтая. Только еще какая-то не созревшая, да? У меня желтая упырки. Да, божья коровка ползает. Расскажем маме? Мы покажем. Что-то он раздвоился. Я таких деревьев много видел. Раздвоенных. Нет, вот это что с ним произошло? О! Это был пожар. Да, так. Смотри, вот видишь, зеленое дерево, а дальше раз и черное. Это был пожар, сынок. И дерево горело. Пожар — это очень плохо в лесу. Ой. Все деревья сгорают, животные сгорают, птицы сгорают, которые птенчики маленькие, которые летать не умеют. Это что такое? Поэтому надо очень всегда аккуратно тушить за собой костер. Это что? Где, сын? Да. Ну, это кора, без коры дерево такое вот. Странно. Болеет оно. Видишь, у него вся кора сгорела. Угу. Поэтому говорю, что надо всегда внимательно следить за костром и не допускать, чтобы он горел. Понял? Да. Можно мы сегодня костер сделаем? Нет, сегодня не будем. У нас даже топора нет. У нас нечем даже дрова надо насобирать. Что, думаешь, вкусное там что-нибудь? Кефирчик и лёвушки тут есть, Гера. Залазь. Давай я тебя подсажу. Опа. Иди, вот ты здесь сиди. Ты здесь, вот сюда иди, садись. А вот пирог-то вкусный мама нам напекла. Я думала, она купила. Нет, она сама у нас напекла. Ой, вкуснятина, да. С яблоками. Тебе можно такой? Не, это не яблоки. Не, не яблоки, можно. Это что? Груши. А, груши не помню, тоже нельзя. Можно. А. На, мама разрешила тебе этот пирог есть. Вкусный? Точно, не яблоки. Угу. Я сейчас пойду мусор собирать. Да, надо мусор пособирать. Там два мусора. Я это ходил, там есть обрыв. Там деревья падали. Угу. Там некоторые еще вот так под наклон стоят. И там мусор. Угу. Сейчас я тебе пакет дам. Соберешь и унесем домой. Ну, вот, ребят, Георгий Георгиевич говорит, что природа делает лучше, чем люди, да? Да. И он ей даже завидует, что она может такие вот проходы делать. Красиво. Какая здесь красотища, да? В природе все вкуснее, да, Герыч? Жалко, мы в короткий поход пошли, да? Ни костра не будет, ничего у нас не будет. Ну, ничего, мы в следующий раз пойдем в длинный поход. Когда потеплее будет. Угу. Только... Вон. Внизу. Видишь? Квадроциклисты едут. Все, дальше у них дороги нету. Нос не разбей только. Ну вот мы с Герычем покушали. Можем двигаться дальше, да? Вернее, поедем в обратную сторону. Попробуем сейчас порыбачить. Чуть-чуть покидать наше хорватское яйцо. Вот. Я не думаю, что что-то мы поймаем.
Но тем не менее. Поехали. Сегодня мы ездим на Беляше. Ого. Здесь лед толстый. Закрывай окно. Что, никак? Каши, что ли, не ел? Давай. Не ел ты, Герочка. О! Вовремя, как мы закрыли и провалились. Да? Вот это крутота получилась. Кто трусишка? Меня. Ура, мы выехали! Да, вот такой мы лед сломали. Такой лед красивый был. Вот это льдина, да? Болотная. Когда мы уже приедем? Когда мы уже приедем, говорит Вера. Дай я поправлю. Смотрите, спать. Ну когда приедем, тогда приедем. Вера у нас как этот, как кот в Шреке. А сейчас мы уже приехали, а теперь. А уже приехали, а сейчас. Какой он еще путешественник на короткие дистанции пока. Любуйся, он, смотри, какая красота вокруг. Какие вон елки, сосны красивые стоят. Камыш желтый. Небо в воде отражается, видишь? Красиво так. Притворюшка! Это хрюшка. Ну что, поедешь сам, прокатишься, давай. Не бойся, здесь не сложно. Ну что, у нас Гергерыч сам хочет прокатиться. Да, я тебе сцепление возьму, передачу тебе включу. И ты поедешь. Ну-ка. Это лево, это право. Потяни. Одной рукой держи. Вот этой. Одной рукой. Вот этой. Вот этой. Вот, пробуй. Не надо, не надо, на педаль не надо пока нажимать. Вспомни, как поворачивать. Тихо, тихо, тихо. Тихо, сильно нажимаешь очень. Ножку поставь вот сюда вот. И чуть-чуть вот зажми. Едет вот по этой дороге едет. Дорога. А что это? Это дорога наша. Мы же ее сделали, значит дорога.
Водитель растет. Ты сейчас дерево задавишь. О, молодец. Это Герыч молодец. Вот это едет. Это да, мастер. А? Он сам остановится? Нет, зачем? Ты едь, туда поворачивай, туда поедем. Вон дорога туда идет, видишь? Все. Сказал к этому берегу. Ну и поедем, сейчас дорога вон туда вон идет, видишь? Нет, по дороге езжай, по дороге. Сможешь, как не сможешь. А сейчас ты едешь, поворачиваешь же. Ну, поворачивай. Вон, видишь, все у тебя поворачивает. Тихо, тихо, тихо. Бревна вон объезжает. Вон бревно. О, поворачивай. О. Погрызи, едь, не бойся. А я еду. Посмотрите, сам я еду. Ай! Так себе, чуть-чуть сложнее. Дорога штука такая, от нее отвлекаться нельзя. Да. Чуть-чуть отвернешься, прямо пока. Прямо. Не в дерево, где? Вот тогда объедь дерево. Когда скажу, отпустишь газ и выжмешь два рычага на себя. Давай, отпусти газ и оба рычага на себя. Во, молодец, все. Остановились, я передачу выключил. Глуши, вот ключ. Сюда его, тык. Вот сюда. О, молодец. Ну как тебе, подожди, расскажи нам. Как тебе? Понравилось? Ты уже вообще круто ездишь, да? Да. Молодец. Уф. Все, аккуратно. Сильно не дергай. Чуть-чуть надо дергать, чтобы она только бульку делала. Здесь уже не надо. Вытаскивай. Выматывай. Еще вверх. Выматывай, выматывай. Еще катушку. Гер, катушечку выматывай. Заматывай, заматывай. Вот, она, видишь, вверх. Все, все, все. Хватит. Почти классно. Только нам видно не было туда. Вот, ребята, смотрите, как Гера умеет закидывать, спиннинг уже научился. Опа, вот так. Молодчина. Классно. Папа тобой гордится. Скоро будет сезон и будем ловить рыбу с тобой. Всех щук переловим, да? Аккуратно, аккуратно. Вот, хватит. Вот как раз открывай катушку. Василий, опа! Опа, класс! Приманка достаточно легкая, объемная, и мы против ветра кидаем. Поэтому для первого раза это очень замечательно. Давай. Опа. Так, чуть-чуть в сторону. Видишь, надо учиться еще забрасывать туда, куда ты хочешь сам. Чтобы в траву не попадало. Опа! Рано отпустил. Понял, да? Поэтому он в сторону у тебя улетел. Герыч, тебе понравилось? Да. Рыбачить? Мы еще даже не поймали с ним рыбу на спиннинг. Но тебе уже настолько понравилось, что ты целый день здесь готов быть, да?
Ну и здорово. Я ребят, хочу Рашида позвать. В любом случае, вот как бы то ни было, есть вездеход, нет вездехода, есть лодка, нету лодки, берите. Берите детей, идите на рыбалку, показывайте, передавайте им, пока им это еще интересно. Детство проходит, и потом этого будет не вернуть. Да, Герыч? Да. Все, всем пока. До новых встреч. Всем пока. Пока. Огромное спасибо вам за просмотр. Гер Герыч очень внимательно следит за лайками, за просмотрами, за комментариями в видео, где он участвует. Поэтому, если не трудно, поставьте палец вверх и напишите ему что-нибудь доброе. Парень делает свои первые шаги, и у него это получается. До новых встреч. Всего хорошего.